помнишь, говорил, где-то 4 или 5 человек осознанно убил, а ты еще потом после этого не убивал больше? Нет, вроде не было. Нет, потом не было. Ты прям видел, да, ты в них стрельнул, не упали? Ну, они не падали, они там разлетались на кусочки. А ты чем стрелял? В пушки. Она-то влетает там, Кто навидался, я Да, я так-то. Еще это, только заезжаем в город Херсон. Трупы валяются, руки, да? Руки, ноги, тело, отдельные головы, там, всякая хуйня. Сколько примерно было там? Да хуй знает, вот так вот едешь, они там, тут валяются. Там тоже еще одна задача была. Там в город заезжали, зачистку проводили. Все, заезжаем, труп лежит. На дороге прям. И мы на машинах прям по нему по голове туда-сюда ездили. Кочка, да, это? Да ну кочка, он уже раз этого, как фарш там был. А у нас же хуй машина там гусеничная же. И вот все это мясо остается на гусянке на этой. Но нам потом командир сказал, ездите по ним, по трупам. Потом говорит, воняет.